В общественных местах в Ростове появляются ориентировки на сбежавших из учебного центра ЧВК «Вагнер» бывших заключенных. С территории учебного центра ЧВК «Вагнер» в Краснодонском районе Луганской области за несколько дней до Нового года сбежали шестеро заключенных. Их ориентировки уже появились в заведениях общественного питания в Донской столице. Напомним, что в группе дезертиров один гражданин России, другой Белоруссии, третий Киргизии и еще трое Узбекистана. Все шестеро несостоявшихся бойцов вооружены и могут быть опасны для дончан. Жителей Ростовской области просят проявлять бдительность и обращать особое внимание на людей в военной камуфлированной форме. Напомним, что ранее один из наемников ЧВК «Вагнер» устроил перестрелку и с правоохранителями и ранил полицейского в Новошахтинске. После этого он скрылся, но спустя сутки его задержали. После задержания он заявил, что он думал, что нарвался на украинских бойцов, поэтому открыл стрельбу.